8-й традиционный турнир по кикбоксингу и открытое первенство города Кингисеппа. Значит, прошли довольно-таки хорошо, турнир набирает обороты, растет. Я думаю, что в следующий год мы подадим заявку в Общероссийскую Федерацию Кикбоксинга на присуждение турниру статуса всероссийский. Я думаю, что квоту мы скоро эту сделаем. На данный момент турнир собрал 110 участников. Что по сравнению с прошлым годом, можно сравнить, с прошлым годом мы проводили в 6 разделах кикбоксинга, было 160 участников. В этот год составило 110 участников, но всего лишь 2 раздела. То есть это уже намного больше, чем в прошлый год. В прошлом году в ринговых дисциплинах было порядка 75 человек, в этом году уже 110. Видите, турнир набирает обороты, растет. Это 8-й турнир, и я думаю, что к юбилейному, к 10-му турниру количество участников составит около 150 человек. Вот видите, мне подсказывают питерские судьи, что тысячу всех это... будем судить. Да, тысячу это уже мы можем на себя даже Кубок мира тогда взять. Как впечатление выступления нашей команды? Наша команда, да, неплохо выступила. В принципе, на кого я делал ставку, на тех ребят, которые должны были занять первое место, так и случилось. Это Пичугин Алексей, можно вот выделить его, кандидат мастера спорта, это капитан нашей команды. Вот. Сегодня финальный бой провел с обладателем Кубка мира в разделе К1 и забрал бой в свою сторону. В итоге стал победителем турнира. Ну а спортсмены вообще откуда? Только с Ленобласти или откуда вообще? Значит, спортсмены с города Кингисеппа было 3 сборные. Это спортивный клуб «Ринг», спортивный клуб «Кэмпа» и спортивный клуб «Эверест». Затем город Волосово команду выставил.
поселок Бегуницы выставили команду. И 18 клубов из Санкт-Петербурга. Ну, их пересчитать не будем, потому что их очень много. Я уже там Алмаз, Выборжанин, Fight Pro. Ну, то есть их очень много.